Здравия желаю, новобранцы, рядовые ветераны, маршалы. На связи штаб игрового спецназа, сменный связист Иван Создатель. И мы сегодня начинаем проходить игру под названием «Заполнять журнал отчета по делу «Тайна третьей планеты. Алиса и лиловый шар». Это игра в жанре квеста «Бродилки». Ну, похоже на «Три богатыря» из цикла «Три богатыря» и «Шамаханская царица». Там Добрыня Никитич и так далее, «Братья-пилоты» и так далее. Я недавно понял, что в связи с тем, что велика вероятность, что Steam у нас заблокируют в России, хотя была такая, ну, потенциальная угроза, но она никуда не девается, грубо говоря. Я решил, что надо бы осваивать немножечко такие торрентные игры, ну, то есть игры, которые можно скачать просто из интернета, тем более, что мне очень немножечко бьет по кошельку покупка стимовских ключей, типа там 20 штук там за 1000-1500 или там больше даже вроде бы, там десятка хотя бы. И то не факт, что и то большая часть из этого нерабочие оказывается, потому что либо они активированы, либо недействительные, либо еще чего. Вот. И я тут, мне тут посоветовали типа обратиться к торрентным играм, и я там немножечко подразобрался, и чтобы скачать, да, ну там эту игру или еще какие-то игры, нужно использовать приложение MediaJet. И вот я на этих выходных играл в данную, прошел данную игру, там сделал кое-какие пометочки в том плане, что типа на что нажимать, куда идти и так далее, и так далее. И чтобы начать записывать данное прохождение. Тем более, у меня тут в последнее время только одни стримы. Вот. Ну, тем более, я записываю эту серию... Сейчас, минуточку. Записываю эту серию 11 апреля. А в эти выходные у меня будет стрим... Последний стрим, надеюсь, по Лего Властелину колец. Ладно, меньше слов, ближе к делу. Новая игра. Опять тут реклама этой Дерезы. Как сообщают астрологи, сегодня в Солнечную систему войдет планета-бродяга. Как известно, это единственное космическое тело, орбита которого проходит через всю галактику. Разумеется, ученые не могли пропустить близость такого чуда. С целью изучения бродяги с Земли стартовала археологическая экспедиция, в составе которой и наш соотечественник, космобиолог профессор Селезнёв. Алло, папа, привет. А про тебя в новостях говорят? Да? Надеюсь, не в рубрике «Их разыскивает милиция». Нет, в разделе «Разыскивается собственной дочерью». Папа, я ужасно соскучилась. Ну, Алиса, ну пойди к капитану Зелёному, он расскажет тебе что-нибудь любопытное. Зелёный общается только со своими роботами и кофеварками, а я сижу целый день одна. Если ты не хочешь, чтобы я умерла от скуки, ты во что бы ты ни стала должен и просто обязан взять меня к себе на бродягу. Подумать только, такая интересная планета, а я вишу на ее орбите и не имею права спуститься вниз. Алиса, это совершенно невозможно. Тут очень напряженный график. У меня не будет времени следить за тобой. Папа, в 13 лет люди могут и сами последить за собой. Ну, пожалуйста, но я не буду мешать. Только помогать и все. Этого я и боюсь. Понимаешь, похоже, Громозека нашел на бродяге следы существования какой-то древней цивилизации. Раскопки ведутся очень осторожно. Любое постороннее вмешательство может повредить делу. У Громозеки нет ни возможности, ни времени возиться с тобой. Ну, папа, ну я ничего не буду трогать. Ну, хочешь, пообещаю, что отныне буду делать уборку в своей каюте каждый день. А хочешь, выучу за лето все диски с учебниками на следующий год. Ну, папа! Алиса, извини, мне необходимо бежать. Громозеке срочно нужна моя помощь. Папа, если ты не возьмешь меня к себе, я буду звонить по 100 раз на день и умолять тебя изменить свое решение. О. Ладно, ладно, прилетай. Жду тебя на бродяге. Ура! Чудо-планета! Раскопки! Древняя цивилизация! О, как же мне повезло! Старший помощник археолога Алиса выходит на задание. Держитесь, древние жители бродяги!
Я разгадаю все ваши тайны. Эх, не работает. Если вот этот проводок подсоединить вот так вот, а? Зеленый, миленький, вы даже не представляете. Чините, чините свои железяки. Я теперь не буду вас отвлекать. Теперь то же самое, но помедленнее. Я улетаю немедленно. Папа разрешил мне спуститься на бродягу. Алиса, подожди. Я там во фреоновом двигателе мешок пельменей положил, чтобы не размораживались. До свидания, Зеленый. Увидимся после окончания экспедиции. Ну вот, полакомился пельмешками называется. Прогулочный космокатер покидает корабль. Прогулочный космокатер готов к остановке на планете Бродяга. Наконец-то настоящие приключения! Так вот, с точки зрения банальной эрудиции... Погоди, Громозека, это же Алиса. Ты только посмотри. Кто-то показал ей, как отключать автопилот и научил проделывать эти опасные трюки. Да ну, кто бы это мог быть? Негодяй. Нет, ты смотри, что творит. Молодец, Алиска. Моя школа. Ой. Посадка произведена. Автопилот снова включен. Привет, па. Хеллоу, Громозека. Скорее расскажите, как у вас тут дела. Теперь замечательно. Ты прибыла вовремя. Нам как раз не хватало твоего свежего взгляда на вещи. Какого взгляда, Громозека? Алиса ведь еще совсем ребенок. Не нужно посвящать ее в наши... Ну... Папа! Научный подход требует разносторонних взглядов. Эх, что с вас взять? Слушай внимательно, моя девочка. Вчера я обнаружил одну интересную плиту, всю исписанную иероглифами. Ни один штатный компьютер не смог разобраться в них. Скорее всего, это зашифрованный текст. Секретное послание от древних жителей Бродяги. Ух ты! Громозека, можно я взгляну на нее? Конечно! Зачем я тебе все это и рассказываю? Посмотришь и постараешься придумать, что же это может быть за шифр. Пойдем, плита здесь рядом. Нет, это просто смешно. Громозека, ты невозможный оптимист. Все компьютеры, работающие на раскопе, целый день безрезультатно пытались расшифровать эту плиту. А ты считаешь, что Алису ждет успех? Ладно, смотрите, что хотите. А я пойду займусь делом. Бабочек наловлю. Тут, должен сказать, встречаются очень редкие экземпляры. Чем бы папа не тешился... Лишь бы не мешал нам с Громозекой читать древние послания. Этой надписи множество лет. Скорее всего, древние жители Бродяги сделали ее нарочно, чтобы сообщить нечто важное возможным будущим посетителям планеты. Громозека, миленький, мы просто обязаны расшифровать это послание. Гениально, Алиса. Я всегда знал, что ты... Громозека, погоди. Что это за штука падает с неба? Вон там. Ого! Насколько я разбираюсь в астрономии, с такой скоростью и с такой траекторией из стратосферы может выпасть только один предмет. Мешок пельменей. Мешок чего? Пельменей! Ничего себе! Все пропало. Плита разломана. Как-то даже смешно, что такой переполох мог натворить обычный мешок пельменей. Не вижу ничего смешного, мое маленькое существо. Как же теперь узнать, о чем говорилось в послании? Не волнуйся, Громозека. Я соберу кусочки плиты в одно целое и расшифрую текст. Легко сказать. А собирать-то нечего. Смотри, из-за этого мешка все осколки плиты разлетелись по разным сторонам Бродяги. Эй, стой! А ну! Тьфу! Видишь, не все. Не переживай, Громозека. Я разыщу остальные куски и соберу мозаику. Удачи тебе. Ну что ж, сегодня мне явно не везет. Ладно, Алиса, ты пока попытайся собрать мозаику, а я пойду займусь чем-нибудь вредным для экспедиции. Кто знает, может, мне не повезет и в этом занятии, и тогда я, наконец, принесу какую-то пользу. Между прочим, я с детства не люблю пельмени. Ну, собственно, вот такое вступление, что, типа, вот нашли древнюю плиту с посланием, и в нее в эту плиту разбил мешок пельменей. Я когда смотрел прохождение там от одного геймера, я, конечно, не ожидал, что будет... Пора бы уже что-то предпринять. Что будет игра про... в стиле... Ну, то есть, с рисовкой советского мультфильма «Тайна третьей планеты», но про лиловый шар. Это было для меня, честно говоря, неожиданностью.
И я когда смотрел этот момент, вот про то, как... Куда бы мне теперь пойти? Про пельмени, я... Я, блин, какой я орал, блин, в гласиду. Ой, так. Ведь это осколок нашей мозаики. Давайте начнем. Я тут, когда проходил, ну, для того, чтобы понять, что к чему и почему, я еще попутно конспектировал, что, типа, знать, что нужно делать. Так. Так, что здесь у нас? Так, у нас тут масленка. Масленка никогда не бывает лишней. Всегда можно найти, чего бы такого смазать. Так, и берем ракету. Надеюсь, сигнальная ракета мне не пригодится. Но все же пусть будет под рукой. Так, давайте зайдем в палатку к Селезневу. Так, что тут у нас? Веревку берем? Веревка в хозяйстве лишней не бывает. Так, ну и давайте поговорим с ним. Блин, признаться так, честно... Вселенной срочно нужна твоя помощь. Вспомни, не видел ли ты где-нибудь в округе кусочек древней плиты с изображением части иероглифа? Хм, если не ошибаюсь, буквально час назад Громозека показывал мне подобную плиту целиком. Алиса, ты умудрилась разбить мозаику с посланием древних жителей бродяги? Да нет, па, это не я. Это мешок пельменей, который увязался за мной с Пегаса. Что? Алиса, ты бредишь? Понимаешь, Громозека как раз показывал мне плиту, а тут эти зловредные пельмени. Трах-бах! Плита вдребезги, мы в рассыпную. Вот, хожу теперь. Ищу осколки, чтобы снова собрать мозаику. Что ж, похвальное занятие. Увы, ничем не могу помочь. Обломков мозаики я не встречал. Зато наткнулся на чудесную поляну, полную редких удивительных насекомых. Это уникальная коллекция бабочек оттуда. Восхитительно. У каждой особи какие-нибудь патологии. Согласись, отличные экземпляры. Ну, в общем, ничего. В смысле, это, конечно, тоже любопытно, но древняя мозаика сейчас интересует меня больше. Ну и, кстати, да, это... Полезная штука. В крайнем случае отдам эту банку маме для консерваций. Это вообще-то как бы... Как тебе сказать, это государственная собственность, банка для консервации. Вообще обалдеть. Так, ну погнали туда, потому что мы там можем встретить Громозеку. То есть, так. Да, вот мы. Так, давайте спускаемся. Вот тут мы видим, кстати, кусочек. Давайте мы, так. Обидно, когда инструмент стоит без дела. Так, давайте мы его смажем. Всегда знала, что масло и механизмы друг другу необходимы. Ну, естественно. Давайте поговорим с Громозекой, чтобы немного не нарушать лор. Подойди сюда, мое маленькое существо. Для поддержания воли к победе я решил сделать тебе сюрприз. Вот, держи. Громозека, ты нашел еще один фрагмент мозаики. Как тебе это удалось? Найти кусок плиты еще не самое сложное. Куда труднее его достать. Этот, например, оказался так глубоко закопан, что я сломал 3 самокопающие лопаты, прежде чем вытащить его. 3 самокопа, представляешь? Да что я говорю, все 4! Ведь этот последний самокоп тоже теперь никуда не годится. Все время заедает и скрипит. Ох, Громозека, ты такой молодец! Хвалю твое трудолюбие. Ох, не стоит. Трудолюбие во мне как раз меньше всего. Мудрость, интуиция, скромность и ничего более. Ну, кстати, я немножечко не понял, я не обратил внимания, когда проходил, ну, когда просто играл в эту игру для летсплея, а сейчас вот я заметил, задумался, а как, в смысле он его откопал? Только что там несколько минут назад же куски разлетелись. Не знаю. Так, у нас тут еще кусочек. Вот это другое дело. Так, вот у нас тут еще кусочек есть, кстати. Похоже, лопата сломалась окончательно. Ну да. Так. Вот его-то я как раз и искала. Так, ну и давайте... Так. Давайте мы обратно отсюда вылезаем, потому что все равно мы тут ничего не нашли. Ну, то есть нашли, ничего тут не найдем больше, кроме осколка, ну, 2 осколков и диалога с Громозекой. Давайте тогда еще в таком случае пойдем вот в другую сторону, потому что что-то... Вот этот вот уровень с Громозекой, который типа там копается, я... Так, у нас тут еще, вон, как видите, росянка. Сейчас мы ее давайте-ка... И у нас тут осколок, кстати, есть. Вот так-то лучше. О. Теперь эта росянка абсолютно безвредна. Так, тут у нас паутина. Вот здорово.
такой суперпрочной паутиной я непобедима. Ну, почти. Ну, то есть куда непобедимее, чем раньше. Так, и тут у нас еще один осколок. Это именно то, что мне нужно. Так, и пошлите дальше. Идемте дальше. Так, у нас тут... И как видите, вот так. Вот. Ничего себе! Кажется, я видела в дупле кусочек разбитой плиты. Как он туда попал? И вообще, что бы это все могло значить? Ага. И у нас, как вы видите, тут еще бегают всякие чудики, еще с одним куском. Давайте мы их тоже словим. Так, пусть все будет как в дикой природе. Давай. Похоже, эта росянка ест все, что движется, и меньше ее по размеру. Ну что же, мне это только на руку. Так, и давайте сажаем ее обратно, она нам еще пригодится. Вот так-то лучше. Теперь эта росянка абсолютно безвредна. Так, и у нас еще один осколок. Очередной кусочек мозаики. Никаким пельменем не сломить мою волю к победе. Это точно. Так, ну и пошлите дальше. У нас там еще одна подлокация, так называемая. Так, кусочек. Ура! Кажется, это нужный осколок мозаики. Так, и давайте-ка камень Здорово, возьмем. Здорово, что наши ученые изобрели гидроусилители для костюмов. Теперь я могу поднимать груз любой тяжести. Стоп, минуточку. Блин, у нас же тут... А, вот. И давайте сразу. Главное, чтобы эта конструкция не развалилась. Я просто распереживался, что я не смогу, типа, соединить веревку и камень в инвентаре. Так, и вешаем эту конструкцию. Есть подозрение, что это должно сработать. Да, вешаем на... И достаем еще один кусок мозаики. А ведь это осколок нашей мозаики. Это да. Так, и пошли, идемте дальше. Тут мы все собрали. Мы, конечно, в эту подлокацию вернемся, но все равно. Так, мы пришли оттуда. Пойдемте в другую сторону. Так, у нас... Вот, видите, тут у нас еще один осколок, и тут у нас камень. Давайте-ка пользуемся ракетницей как раз-таки для этого. Да, ракетой по камушкам, как из пушки по воробьям. То есть прикольно. Ну, попробуем. Ну, в смысле, по камушкам. Это камень вообще. Отличный фейерверк, не правда ли? Ну и дорожка неплохая. Давайте берем осколок и идемте дальше. Вот его-то я как раз и искала. Так, еще один осколок у нас есть. И давайте идем. Давайте продолжим поиски. Так. Так, вот у нас тут... ну, давайте сходим для... Как сказать? Для... для точной проверки. Ну, то есть... Так, у нас тут громозека копается. Там мы были. Ну, значит, у нас остается только поймать... То есть нам остается только при помощи росянки поймать и этот осколок. Это не слишком хорошая идея. Давай, ставь ее. Уважаемое растение, у вас есть шанс принести науке неоценимую помощь. Посидите-ка тут. Надо же, росянка проглотила мозаику. И как же мне ее теперь оттуда достать? Ну, это нам надо к твоей папочке. Вот так-то лучше. Теперь эта росянка абсолютно безвредна. Ну, нам нужно к твоему папаше теперь бежать. Мы, кстати, по сути, все осколки собрали. Только вот это, что... в мухоловке остался, нам осталось только достать. Ну и достанем, не переживай. Так, так, давайте тогда я немножечко проверю, потому что мы там, мы вроде бы все локации бегали, все осколки, что могли найти, шли. Ну тогда идемте палатку громозей. Фу! Селезнева, и будем разбираться с мухоловкой. Ну, с росянкой, то есть. Так. Папа, ты должен меня спасти. Что случилось? Алиса, признайся, тебя укусила дикая змея? Ты уколола с отравленным кактусом? Ты? Да нет же, все намного хуже. Эта росянка проглотила кусок мозаики, который мне очень-очень, ну просто очень-преочень нужен. Что за несносный ребенок? Алиса, нельзя так пугать родителей. Я уж было думал.
А тут всего лишь росянка. Дай-ка я посмотрю. Что ж, вскрытие произвести довольно просто. Вскрытие? Ой, а нельзя ли извлечь плиту как-то так, чтобы росянка не пострадала? Мне и в голову не приходило делать это по-другому. Опытный космобиолог может произвести вскрытие и изъять посторонний предмет так, что растение даже не заметит этого. Хорошо, что ты принесла мне эту росянку. Проглоченный предмет может повредить ей. Что ж, будем ее спасать. Только, Алиса, есть одна небольшая проблема. Свою каюту убрала, завтрак съела еще вчера. И обязуюсь сегодня съесть весь обед без остатка. Очень хорошо. Но есть еще одна проблема. Для спасения росянки мне потребуется время, а оно у меня сейчас на вес золота. Только представь, по всему выходит, что моя коллекция бабочек с бродяги не полная. Мне срочно нужно исправить этот промах. Но если я займусь росянкой, то кто же дособирает мою коллекцию? Не знаешь? Знаю. Ты же знаешь, па, я всегда готова продолжить начатое тобой дело. Вот и чудно. Помнишь, я говорил тебе, что неподалеку одна поляна просто кишит бабочками? Отправляйся туда. Для коллекции осталось найти всего несколько экземпляров. Нужно разыскать еще две бабочки, не похожие на те, что уже есть у меня. Сделаешь? Обязательно. Хотя, на мой взгляд, все бабочки похожи между собой. Ну что ты? А окрас? А узор? А физиологические особенности организма? Уверен, ты справишься. Только возьми с собой сачок. Он, правда, немного повредился, когда я в последний раз охотился с ним на бабочек. В общем, нужно починить его, прежде чем приступать к сбору коллекции. Все ясно, па. Будь уверен, не подведу. Так, ну вот Селезнев начал спасать росянку, на мы берем... На странной планете странные бабочки должны ловиться именно таким сачком. Ну и давайте ее починим, у нас ведь паутина есть, как вы помните. Отличная сетка, правда? И погнали. Ну, Селезнев, конечно, говорил про поляну, и я понял, ну, как вы понимаете, это та самая поляна, на которой мы нашли камень, благодаря которому достали осколок мозаики из дупла дерева. И будем сейчас там собирать бабочек оставшихся. Вот, идем дальше. Ну и давайте ловить их. Вперед к завершению самой полной и удивительной коллекции бабочек во Вселенной. Так, это осталось, и нам какую еще нужно? Так, это есть, это есть. А, и вот это вот. Все. Ха! Я, похоже, лучший собиратель бабочек в мире. Да не утрируй. Двух бабочек поймать, это, блин, ну, конечно, в жизни это в разы труднее. Что, типа, ты как носишься, блин, по полю, гоняешься, блин, и... Ой, даже вот как в этом фильме про Красную Шапочку, типа вот это продолжение Красной Шапочки, вот там, где два волка притворились охотниками на бабочек. Вот именно как вот этот толстый, типа, носился, типа, вот это вот все. Вот это вот такая вот хрень. Так, ну и отдаем ему его коллекцию. Профессор Селезнев, разрешите доложить. Задание выполнено, и даже ошибки предшественников исправлены. Вот, пожалуйста, полная коллекция бабочек и отремонтированный сачок. Молодец, Алиса. Всегда знал, что на тебя можно положиться. Потрясающе. Я, конечно, предполагал, как примерно должны выглядеть недостающие виды. Но вот этот изгиб крыла для меня полная неожиданность. Спасибо, Алиса. Ты истинная дочь своего отца. Кстати, процедура по извлечению инородного тела из росянки уже тоже окончена. Вот тебе твой кусок плиты. А твоя росянка в полном порядке. И даже несмотря на все мои меры предосторожности, умудрилась меня немножко укусить по этому поводу. Наверное, из благодарности. Можно сказать, что во время операции, кроме меня, никто не пострадал. Еще бы! Ведь ты, папа, истинный отец своей дочери. Ну все, мы все осколки собрали, можем теперь чинить плиту. Погнали. И мы, наверное, сейчас вот мы отремонтируем плиту. И на этом серию, наверное, закончим. Я попутно, когда проходил игру, я, типа, распределял, типа, вот серии по локациям, типа, по заданиям, что-то такое вот.
Так. Ну и давайте... Итак, все обломки в сборе. Осталось только верно их сложить. Так, ну давайте. Так, нет, не то, блин, что-то... Так. Раз. Нет, не то. Не то. Так. Сюда. Так. Сюда. Так, это сюда. Так. Сюда. Сюда. Эту мы сюда. Эту сюда. И эту сюда. Все. Легче легкого. Отлично. Кажется, плита полностью собрана. Можно звать папу и Громозеку. Хотя... помнится, папа говорил, что хороший исследователь никогда не останавливается на полпути. Вот если бы мне удалось не только собрать, но и расшифровать мозаику самостоятельно, тогда бы все поверили, что 13-летняя девочка тоже может быть настоящим ученым и важным членом экипажа. Ну, конечно. Всем штатным компьютерам на раскопе этот шифр оказался не по зубам, а я наивно верю, что справлюсь. Эх, будь я самый умный и мощный комп, можно было бы попытаться, а так... Стоп! О, есть идея! Мощный комп! Вот ключевые слова. Так, необходимо срочно сфотографировать эту мозаику. Кажется, я знаю, что нужно делать. Прекрасно! Теперь никто не посмеет назвать меня маленькой. Ха-ха! Папа с Громозекой будут ужасно удивлены, когда узнают, что мне удалось совершить. Так, еще полоборота сюда, и есть шанс, что ты снова заработаешь, приятель. Если немедленно не перегоришь, разумеется. Зеленый, где ты? Я вернулась. А, вижу. Опять ломаешь корабельную технику? Отчего ж ломаю? Я чиню. Просто, дабы что-то починить, нужно сначала его немножко поломать. В любом случае, интересно. Эх, зеленый, интересно, это совсем по-другому. Например, интересно узнать, что написано на древней плите с бродяги. Скажи, ведь правда на Пегасе самый мощный и быстрый бортовой компьютер в округе? Обижаешь. Самый-самый во всем космопарке ученых. Поставить другой на свой любимый корабль я бы не позволил. Ах, зеленый, ты такой молодец! Уверена, этот комп мигом расшифрует мои иероглифы. Может, расшифрует, а может и нет. Тоже мне важная задача. Посмотри лучше, как здорово я перенастроил нашего робота. Только вот кнопки на пульте забыл определить. Да. Надо как-то продумать альтернативные методы управления. Похоже, продумывать уже поздно. Тише, 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 без паники. Что происходит? Ой, зеленый, кажется, твой робот разбил что-то важное. Точно, разбил. Ха, надо же, какой ловкий. Это я его таким сделал. Зеленый, да ведь это был контейнер, в котором хранились миражи. Папа говорил, что выпускать их крайне нежелательно. Их структура настолько неопределенная, что не распознается даже бортовым компьютером. Внимание, внимание! В корабле зарегистрирована неизвестная форма жизни. В случае попадания на любую из планет Солнечной системы, она способна нарушить сложившуюся экосистему. Расцениваю ситуацию как недопустимую. Блокирую шлюз корабля с целью изолирования обнаруженных инородных тел. Спасибо за внимание. Желаю вам удачного полета. Вот незадача. Но ведь так мы не сможем выйти из корабля. Пойду немного перенастрою бортовую систему безопасности. Внимание, внимание. Блокирую доступ в рубку управления с целью защиты системы управления корабля от возможного воздействия обнаруженных инородных тел. Спасибо за внимание. Желаю вам удачного полета. Ну вот, приплыли. Ой, в рубку не попасть. Значит, и к бортовому компьютеру не добраться. Кошмар! А как же расшифровка надписей? Странный ты человек, Алиса. Мы висим в космосе, заточенная внутри неподдающегося управлению корабля. А ты думаешь о каких-то иероглифах. На твоем месте я бы поискал способ управиться с миражами. Есть только один человек, который знает, как это сделать. Алло, па?
Ты ведь не очень занят. Срочно бросай все и прилетай. Тут такое! Банка с миражами разбилась. Компьютер испугался, заблокировал рубку управления и шлюз Пегаса. Ужас! И зачем, позволю знать, прилетать, если попасть в корабль я все равно не смогу? Нет уж, Алиса, вы там с Зеленым сами набезобразничали, сами исправляйте ситуацию. Поимка миражей не такая уж сложная задача. Слушай меня внимательно. Сейчас на корабле у многих предметов появились двойники. Это и есть миражи. Они копируют окружающие вещи. Правда, не слишком точно. Какое-то отличие все равно остается, понимаешь? То есть, если в каюте Зеленого вдруг окажется две входных двери, то одна из них — мираж. Именно. Причем та, которая выглядит более странно. Молодец, Алиса, схватываешь на лету. Кстати, собирать миражи нужно с помощью специального биоанализатора. Возьмешь его у меня в кабинете, он в стеклянном шкафу. Наведешь прибор на мираж и... Алло! Алло! Внимание, внимание! Блокирую все системы связи с целью лишить обнаруженные инородные тела шансов искать помощи во внешнем мире. Спасибо за внимание! Желаю вам удачного полета! Кошмар! У нашего компьютера паранойя. Даже позвонить не дает. Столько шума из-за обычных безобидных миражей. Ладно, придется успокоить его корабельные нервы. В конце концов, ловля миражей — любопытное занятие. Даже интересно, справлюсь я или нет. Ну, хочу сказать, ребят, что на этом моменте я хотел бы серию закончить. То есть я вот на вот такие вот разделил серии данной игры на вот такие вот локации, по типу вот мы сначала по бродяге бродили, собирали осколки мозаики. Сейчас мы в следующей серии мы будем в следующей серии мы будем собирать миражи и так дальше по списку. Поэтому, ребят, хочу сказать, что всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. То есть, всем удачи, всем пока. Конец связи.